Поехали осматривать бивак в Сальте. Это татарский бивак. Сейчас не все автомобили здесь. Но мы поедем, посмотрим, что здесь еще есть. Вообще нам по-хорошему найти Антанаса Юкневичуса и спросить у него казан для плова. Ну а так вот, смотрите, как живет бивак. Давай сейчас нагло мимо КамАЗа проедем. Они не любят, когда мы снимаем, как они работают. Но мы должны показать. Готовятся. Готовятся брать Дакар. О, миник. О, мы заехали на территорию миника. Надо сваливать. Немцы очень не любят, когда мы здесь проезжаем. Вон там есть выход. Извините. О-оу. Капот. Кому нужен капот? Вон бумеры, соответственно, их стоят. Х5, Х6. Блин, неудобно рулить одной рукой. Погоди, что за дела? Самый умный, да? МАЗ. Белорусам привет. О, кто-то мне обгоняет сзади. Пойдемте с Беларуси, поздороваемся хоть. Фак. Движение какое оживленное. Ох, какие тут работы. Белоруссия, привет! Пацаны работают, мешать не будем. Знаю. Ю-ху-ху! Дакар, блин, мы любого Дакар объедем. Я все это пишу для того, чтобы у вас было понимание того, что тут происходит. Потому что мы обычно читаем Дакар, Дакар. А что Дакар? Как здесь это все происходит? Как люди ремонтируются? Как люди живут между гонкой? Потому что я надеюсь, вы гонку-то имели возможность посмотреть. Едут красиво, а что происходит вот между всем этим? Вообще тут нельзя заезжать там, где эти висят скотчи. Лента. Но мы чуть-чуть борзеем. Мы едем на тимбайке. Даже надо передачу переключать. Оп, и вторая. Оп, и первая. Ты снимаешь еще? Снимай. О, Гордини. Гордини
автомобиль Шелдона, а точнее это автомобиль Робби, вон стоит 337 Шелдона. Вчера мы брали интервью, ребят, оно уже на канале. И ребятки тут тоже занимаются важными делами сейчас. О, вот смотрите, там наверху капот. Капот, получается, это не то, что капот, а капот-крыло. Потому что одно составляющее как раз сразу и капот, и крыло. Ладно, что-то они какие-то смурные. Не будем мешать. Дальше. О, с пробуксовкой. Я хочу найти автомобиль нашего второго казахстанского экипажа легкового Чередникова Андрея. Но что-то пока не могу найти, тут дофига так всего. О, дакаровский байк. Так. После пыли. В июне это рай какой-то. Везде трава зеленая. Отличная погода. Вообще тут обычно дождь, но вот сегодня, видать, повезло. Наш Бонвер, где же Татра Артура-то? Так, 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 так. Ну не вижу я Чередникова. Андрей, ау! О, фэтбайк. Популярный нынче стал на Дакаре. Ладно, покатаемся. О! Вот он! Нашел! Разобрали тебя, Ford F-150. Типа. Типа, это техничка Андрея Мановская. Как будто шатался, да? Уродец. О, моет. Привет! Капот моет. Молодец, работает. Ой, Мирослава, Хаммер тоже, собственно говоря, подразобранный. Ай! Сейчас фоточку сделаем разобранного. Можете пока посмотреть, как устроена подвеска у Хаммера. Ой, у Форда прототипного. Вот сейчас дадим новость, что экипаж 345 не может продолжать, потому что он разобран. Шучу. Так, ну что, давайте еще чуть-чуть, если не устали. Нам нужен Антанас, а точнее казан, который, возможно, у него есть. Нет, это не его. Ты Газу Рейсинг. Заезжать нельзя. У Антанаса
надпись другая. А вон еще Toyota. Так. Собака тоже не его. Блин, этих хайлаксов как грязи, блин. Еще не успели выпустить машину, уже вон на Дакаре все, блин. В новом кузове. А мы, кстати, тестировали эту машину в Исландии. Неплохой аппарат. Toyota Motor Kazakhstan, привет. Ну тут особо ничего интересного. Ранко! Ты чё так опасно двигаешься, йоу? Трафик-то какой тут прям серьезный. Спасибо, дружище. Жизнь бивака, как она есть. Где же Антанас Монтанас? Так, здесь мы уже были. Надо ловить рассос отсюда в другое место, потому что здесь мы все изъездили, и Антанаса я здесь и наблюдаю. О, Татра Альберта Джавейры. Конечно, это не Альберт за рулем, это просто механдос. Что-то какой-то звук нехороший издает мотак. По-моему, скоро кончится. Ты пишешь? Пишешь? Ну давайте съездим к стартовым, к въезду, в общем, на бивак. Посмотрим, что там. Как видите, территория бивака огромная. Тут несколько, чуть ли даже больше тысячи единиц техники, включая ассистанс и всех. Так что это вам не хухры-мухры. Так. Вот где они все. Шатаются. Они все шатаются. Sorry. Не мог, блин, пропустить, ё-моё. Они все шатаются на мойке. Ну-ка, давайте возьмем. Так. Это не Антанас. Это тоже не Антанас. Багира. А, вон Антанас, я вижу машину. Оу. Вот он, Альмарекс. Юкневичус, ты где? Антанаса нету. Do you know where he is the driver? Oh, thanks. Oh! Нет, это механдоты. Ладно, давайте посмотрим, как моют. Кархи
Джокер, ё-моё! You're driving Antanas, Toyota. Where are you staying? I tried to find Antanas. Antanas, I don't know. Ты по-русски говоришь? Да, конечно. А где Бивакова? Там, но Антанас еще нет. Антанас, наверное, в гостинице еще. Слушай, наш Артур попросил спросить у него, есть у него Казан? Казан? Казан. Нету. Нету? Ясно. Во сколько приедет он? А рядом с чем? С кем вы стоите? Вот, рядом с Бездусом. Все литовцы. Окей. Ну ладно, тогда передать, что мы там сегодня готовить будем, когда Казан найдем. Мы придем. Давайте. Да для плова. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Давайте, хорошо помыться вам. Казана нету, ё-моё. О, Дастер, Дуська. Дуська, какая ты нахер Дуська? Оболочка только, и то, блин. Поликарбонатная или карбоновая. О, Гордини приехал. Все мыться хотят. Мои до дыры. Так. Блин, какой хороший клиренс. Фу! Ай! Блин, обжегся. Об мотор обжегся. Ты что тут делаешь? О! Так. Нам, наверное, лучше. Да не, почему? Можем мы выехать? Заехать. Выйдем и заедем. У нас доки при себе все. Че, пока... Ну, ё-моё, ну ты что, братишка? Шары дул. О, вот это аппарат. Чувак, зачет. Зачетная тележка. Это просто... Это 5. Hello. Hello. Good morning. Сканер? Yeah. Yeah. Okay. Thanks. Конечно, I can go, ё-моё. С пробуксовкой третья. Е-ха! Ладно, поехали возвращать байк. Может, кому-то нужен? Мы все-таки фигней занимаемся. 20 минут до Каровского бивака. Убейте свое время на это видео. Блин, обожаю старье, блин, пикапное. Америкотская. Давайте по другой дороге вернемся. По какой? По вот этой вот. Сейчас по беспределу чуть-чуть. А, кстати, вот. Почему день отдыха великолепен? Потому что можно даже сдать белье и в прачку. И получить свежие одежки, трусики и прочее. Это же счастье. Ох, как я, оказывается, люблю бивак на сальте. В прошлом году как-то не взлюбился. Залетим, у нас аппарат позволяет же. Отлично, поедем по травке. Травка, травка, травка. Озеро. Если озеро, значит, оно
в него втекает что-то. Соответственно, мы там не правы. Вон мостик же есть. Спецучасток. Сейчас сдам байк и пойду видос вам заливать на YouTube. Буду ролики на YouTube заливать. Лёня, привет. Кто-нибудь помнит, где мы стоим? Жесткое торможение. Вон они, мы стоим. Еще раз КамАЗиков. Он, по-моему, Чагин. Да. Занимается командой. Артура, Татры нету, видимо, моют еще. Ну чё, спасибо, маленький друг, ты нас в который раз спасаешь.